Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Татьяна Горбунова. Друзья, сегодня я бы хотела продемонстрировать, как из кошелька Призм завести деньги на биржу, а с биржи уже на свою пластиковую карту, банковскую карту. Для того, чтобы завести наши монеты из нашего кошелька Призм на биржу, мы первым делом заходим в кошелек Призм. Итак, заходим на наш сайт, который создан специально для нашего удобства. prism.com.ru. Вот так вот он выглядит. Вот он адрес. Дальше спускаемся в самый низ сайта, в подвал сайта. Выбираем, как обычно, GitHub, исходный код. Нажимаем на него. Дальше попадаем с вами на GitHub, спускаемся чуть ниже и выбираем удобный для пользователя онлайн кошелек. Нажимаем на него и попадаем на наш кошелек. Для того, чтобы попасть в наш кошелек, мы нажимаем на Sign и вводим сюда либо адрес кошелька, либо нашу парольную фразу в обрезанном виде, и хвостик мы дописываем вручную. Итак, мы с вами попали в наш кошелек. Дальше наши дальнейшие действия, ту сумму, которую мы хотим отправить на биржу, нажимаем вот сюда «Отправить», или это будет «Send» на английской раскладке. Здесь мы вставляем самые нужные реквизиты, то есть те реквизиты, куда мы отправляем наши монеты. Где взять реквизиты? Для этого мы с вами заходим на биржу, через которую будем совершать обмен. Нажимаем вот сюда, выбираем «Финансы», дальше выбираем «Призм» или просто нажимаем на пустой, вот у меня тут видно «Призм». Дальше мне нужно будет нажать на плюсик, потому что я хочу внести монеты, а не вывести. Итак, плюсик. И вот они, те самые важные реквизиты, которые мы с вами должны внести. Итак, копируем адрес кошелька, просто нажали на эти два квадратика, вставили сюда. Дальше, публичный ключ, он автоматически один раз нажали левой кнопкой мышки, и у нас публичный ключ сюда встал. Дальше, пишем ту сумму монет, которую мы хотим перевести. Дальше, обязательный реквизит — это комментарий. Это нужно делать обязательно. Он у нас здесь с вами прописан. Вот он у нас, комментарий. Это очень важно. Если вы будете переводить монеты на биржу без комментария, то очень долго нужно будет переписываться с техподдержкой с биржи BTC Alpha и показывать, доказывать, рассказывать, что вот действительно был такой-то перевод с такого кошелька. Вот. Все это можно решить, но это занимает достаточно длительный промежуток времени. Поэтому, чтобы не тратить свое драгоценное время, мы скопировали вот этот комментарий и вставляем его вот сюда. Все. После того, как вы проверили все нужные вам реквизиты, нажимаем вот на зелененькую кнопочку. Все, видите, он вам все проверил, все прочитал. Комиссия составляет 0,50 монет. И после того, как все проверили, нажимаете на зелененькую. Все. После того, как вы это сделали, нужно подождать какое-то время, чтобы монеты пришли на биржу. А, значит, смотрите, монеты у вас как только придут на биржу, вы можете снова зайти также на финансы, нажать на не пустой, и вот вы видите, что на данный момент у вас призм будет составлять то количество монет, которые вы перевели. То есть, вот если я переводила 100 монет, соответственно, у меня здесь будет написано 100 монет. Ну, так как у меня еще остатки были, то 100 монет и плюс там то, что у меня оставалось на балансе. Сейчас у меня здесь по нолям, потому что я просто демонстрирую то, как нужно сделать. То есть, я монеты сейчас никуда не перевожу. Я просто рассказываю, показываю, как нужно действовать. Итак, что мы делаем дальше? После того, как нам пришли сюда монеты, мы эти монеты с вами должны продать. То есть мы должны их обменять на доллары. Заходим на вот эти два кружочка, на BTC Alpha. И вот здесь спускаемся чуть ниже, пишем. То есть у нас условно здесь есть 100 монет. Не обращаем внимания, что по нолям. Как я уже сказала, я просто показываю, как нужно делать обмен монет на доллары, а с доллары уже на рубли. Итак, представим, что у нас здесь 100 монет есть. Соответственно, мы пишем
отдать 100 монет. То есть, смотрите, мы написали, что продаем 100 монет по цене 0,0659 центов. И, соответственно, получаем за вот эту стоимость мы $6.59 за 100 монет. После этого мы нажимаем «Продать призм». Ну, я сейчас не могу продать, потому что у меня их нет на счету. Видите, недостаточно на балансе. Но условно у вас здесь есть то количество монет, которые вы продаете. После того, как ваш ордер сработает, эта строчка у вас обнулится. То есть здесь ничего уже не будет. Но вот здесь вот у вас появятся уже доллары. Видите? Ну, то есть вот условно я продала количество монет, и у меня ордер этот сработал, и у меня появилось на счету $11.11. Соответственно, чтобы я могла получить за вот эти доллары, ну, я же продала монеты, мне нужно на мою карту, чтобы пришли деньги. Дальше я иду на обменник NixChange и выбираю удобную для меня, максимально выгодную для меня сделку, где мне выгоднее будет. То есть, что мы делаем? Так как у нас сейчас доллары на BTC, соответственно, я выбираю строку BTC и выбираю строку, куда я буду выводить свои доллары. Итак, смотрите, если я выберу Сбербанк, то есть мы видим, что стоимость за 1 доллар 72 рубля, резерв 184 929 рублей. Итак, я нажимаю вот сюда на Сбербанк, BTC и Сбербанк. Здесь я что делаю, чтобы мне просчитать, какую сумму я получу, я выбираю. Вот у меня $11 и 11 центов. Посмотрите, пишет мне, что я получаю 799 рублей, но минимально я должна с BTC на Сбер перевести $160. Соответственно, у меня эта транзакция не пройдет. Поэтому возвращаемся назад и выбираем удобную для нас транзакцию. Я сейчас вам продемонстрирую, как с BTC Альфа вывести деньги на Сбербанк. Нажимаем, выбрали Сбербанк слева, и справа нажимаем Сбербанк. Пишем ту сумму, которую мы выводим. То есть мы помним, что минимум мы должны вывести $160. Давайте пропишем $160. Здесь нам автоматически просчитывает 11 520 рублей мы получим на свою карту. Дальше мы прописываем наш email, то есть ту почту, которая у нас с вами привязана к бирже. К бирже BTC Alpha. Это очень важно. Дальше мы с вами прописываем здесь номер пластиковой карты, ту карту, на которую будем переводить деньги. Нажимаем, карту прописали. Дальше нажимаете на кнопку «Я принимаю условия» и нажимаете на кнопку «Продолжить». Все. После этого у вас создается ордер. Вот мы с вами прописали номер карты, нажимаем кнопку «Продолжить». И посмотрите, у нас прописаны все реквизиты, то есть на такой-то email, на такую-то почту с таким-то номером телефона вы отдаете с BTC Alpha $160, и на вот эту карту, на вот которой вы прописали реквизит, вы получаете 11 520. Дальше вводите сюда текст картинки, который у вас прописан, и тот пин-код, который придет вам на почту. То есть вот тут даже прописано. Вы его введете, после этого нажимаете кнопку «Продолжить». Что вы делаете дальше? У вас открывается следующее окошечко. Вот, транзакция номер такая, число такое-то. Здесь у вас все прям по пунктикам расписано, что нужно перейти на сайт BTC Alpha и создать альфа-код, который мы в дальнейшем вставим вот сюда. Итак, что мы делаем? Мы идем с вами на биржу, нажимаем вот сюда, выбираем альфа-коды. И видите, у нас сразу же создать альфа-код. Нажимаем на него, выбираем ту валюту, в которой мы хотим создать альфа-код. Это у нас доллары. Прописываем ту сумму, которую мы хотим с вами перевести с биржи на карту. Давайте я напомню, что мы $160 должны ввести. Вот они, $160. Заходим сюда, набираем $160. И все. Здесь оставляем пустую графу. То есть сюда мы вставляем email только в
том случае, если мы конкретному человеку создаем альфа-код. Так как мы делаем его сами для себя, то мы здесь ничего не прописываем. То есть у нас автоматически все будет на нашей почте. После этого мы нажимаем «Создать альфа-код». Ну, понятно, что у меня здесь сумма не соответствует, и я вам просто показываю. После того, как вы нажали на альфа-код, вам на почту придет вот такой вот запрос, что «Создать альфа-код». Вы запросили создание альфа-кода на платформе BTC Alpha. И прописано число, сумма и так далее. Нажимаете кнопку «Продолжить». Дальше «Подтвердили». И после этого вот у вас пришел вот такой вот альфа-код. Вы его полностью целиком копируете. Только альфа-код. Вы его скопировали. И идете на обменник. То есть вы его вставляете вот сюда. Вставляете. И после этого вы нажимаете на кнопку «Активировать». Дальше. Следующее ваше действие. Вы заходите на биржу, где вы еще раз подтверждаете свою транзакцию, после чего вам приходит вот такое вот сообщение. Транзакция завершена с обеих сторон. Все. То есть вам осталось только получить свои деньги на свою карту. Вот такие вот нехитрые действия. Ничего сложного. Мы с вами выводим наши монеты, меняем их на доллары, затем на рубли и получаем на свою банковскую пластиковую карту. На этом я с вами прощаюсь. С вами была я, Татьяна Горбунова. Ссылка на биржу будет под этим видео. Ставь лайк, пиши комментарий. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео на моем канале. Всем желаю отличного настроения, прекрасного окружения, больших кошельков и всего самого наилучшего. Пока-пока!